Здравствуйте. Хотел бы вспомнить нашу последнюю встречу с батюшкой. Это было 9 сентября. Мы встретились с ним дважды за день, что было, ну, редкостью, потому что мы встречались вообще редко. И даже мы, родственники, звонили батюшке, старались реже звонить, больше писать, чтобы его не отвлекать, потому что мы понимали, насколько он занят и чем он занят. Вот. Даже я помню встречу папы. Если кто не знает, папа – это младший брат батюшки. Вот мы как-то встретились, и там была какая-то проблема. Вот. И батюшка говорит: «Вань, не мне, а папе». Говорит: «Ваня, а что ты мне сразу не позвонил?» А папа говорит: «Слушай, да тебе звони как Путину». Вот он говорит: «Ну почему же?» Вот. И вот 9 сентября был день рождения папы. Мы встретились на кладбище. И я позвал батюшку на концерт вечером. Вот. А он мне сказал, что: «Ты знаешь, наверное, два мероприятия за день я уже не потяну. Но давай еще так созвонимся». И мы созвонились не один раз. И он все-таки вечером приехал. Как-то все, слава Богу. А на прощание нам сказал, что рад был нас всех видеть. Вот, так что вот он осилил в тот день два мероприятия, хотя ему было уже, конечно, тяжело. Вот. Ну, такие вот какие-то последние воспоминания. Вот, ну, мы сыграем две композиции. Первую, которая так плавно перетечет, она будет как вступление. Она называется «Долина эха». Ее написал Миша. А вторая – «Страна, где ночует солнце», которую отец, папа мой, наш, так сказать, совместно с таким композитором Ахмадом Бакаевым сочинил.